Харьковский районный суд 2 октября 2013 года. А перед началом судебного заседания гражданское дело между Швайкой и Ольгой Николаевной, Швайкой Александра, Игорем Александровичем по иску Ольги Швайки о выборе места проживания для детей. И там имеется встречный иск нардепа Швайки. Там, а у Ольги Швайки по проживанию алиментов. То есть сейчас все ждут начала судебного заседания. Тут есть журналисты, но не так. Что сказали? Судью снимать нельзя, все остальное снимать. Ой, спасибо, судья. Как получена предварительная информация, писали журналисты заявление о разрешении на съемку. Вот это, кстати, Ольга Швайка с документами. Ничего себе, какие люди! Это Андрей Лысик. Здравствуйте, Андрей! И сразу в кадр! А, я думал, вы присоединились к пикету. Да это вот депутат, но не народный, депутат городского совета Лысик Андрей Анатольевич. А сейчас возглавляет украинский выбор в Харькове. Лысик, я думал, он к пикету попал в кадр. Так, ну что, дальше судебное заседание, есть как бы предварительная информация, что будет разрешена съемка. Пока стоп.